Okay, good. Put the, так, put the... давай деревню. Give me some flames. Давайте огонь. How about some screaming? Может добавить крики? Screaming's good. Крики — это хорошо. Фоновые крики. Знаете, что нам нужно? Звуки «уа». «Уа». Это еще что такое? Ну, помните, «уа», «уа», фильм про Анну Франк. Да, хорошо. Найдите сирены из фильма про Анну Франк. Это будет страшно. Хорошо, у меня уже мурашки бегут по коже. Найдите сирены. Алло? Да. Да. Когда мы вернемся в Вашингтон? Сегодня вечером. Сегодня у нас, похоже, сенатор Нил что-то накопал. Сенатор Нил нам не помеха. Мне плевать на то, что накопал сенатор Нил. У нас война. Посмотрите на нее. Вылитая албанка. У нее такой вид, будто она родилась и выросла в Албании. Я всегда точно подбираю актеров. Не спрашивайте, как я это делаю. Нет. Так, еще раз, детка. Как вы зовут? Стейси? Трейси. Трейси. Еще один дубль, Трейси. Все, отлично. Отлично. А что, если она побежит через мост? Через горящий мост. Это будет эффектно. Да. Гениально. Ну, разумеется, тогда нам понадобится вода. Это будет ручей? Нет, я думаю... Пруд? Нет, пожалуй, я думаю, котенок должен быть полосатым. Она бежит через мост с котенком в руках. Мы сможем сделать полосатого котенка? Флойд. Флойд, вставишь полосатого котенка? У меня 9 экранов. И ни на одном я не вижу котенка. На данный момент все решили сделать котенка полосатым. Полосатый котенок. Хорошо. Есть котенок. У нас есть маленький полосатый котенок. Что? Президент хочет белого. Белого котенка? Белого? Дайте мне поговорить с ним. Он сейчас мобилизует 6-й флот. Конни, я могу сказать ему два слова? Он мобилизует 6-й флот. Терпеть не могу, когда начинают вмешиваться. Мы можем сделать котенка белым? Он хочет только белого. Спасибо. Мы, наконец, готовы? Когда будет готов фильм? Часов через 5-6. Хорошо. Мы сможем пустить утечку в прессу. Можно передать это по спутниковому каналу. Какое счастье, что мы дожили до эры технического прогресса. Горячие новости. Специальное сообщение с Албанского фронта. Мы только что получили информацию, что юная албанская девушка, которую вы видите на этих кадрах, в страхе бежит от террористов, захвативших ее родную деревню. Нечасто приходилось американцам видеть подобные жуткие картины человеческих страданий. Фантастика. Гениально. Эту же технологию использовали в последнем фильме со Шварценеггером. Фантастика. Просто удивительно, какие открылись возможности. Конрад, это только начало. Подождите, сейчас будет готова песня. Мы наложим ее на изображение, на это все купится. Это только начало. Да, мы не ошиблись.